Всем привет! С вами Ирина. Хочу показать вам орхидеюшку Филадельфия, которую мы привезли из выставки. Очень многие писали, что ой, такие маленькие подросточки, такие крошечки. Ну, ребята, эти крошечки, некоторые были с цветоносиками. Вот, и я никого там не выбирала, не перебирала, а просто вот они как были, мы доставали из вот такой вот нашей плошечки и кому какое растение попадалось. Поэтому очень много, ну, достаточно штучек 10 точно было у нас с цветоносиками растений, но почему-то все молчат и никто не показывает, как же обстоят дела с этими растюшками. Ну и так как все молчат, придется показать мне вам свою растюшку. Мы вот уже два таких бутончика хороших сформировали, вот-вот зацветем. Но я все-таки не могу еще найти времени и пересадить данное растение. Поэтому растюшка, ребят, у меня все так и продолжает стоять в своем торфяном стаканчике. К сожалению, на это все не хватает физически времени. Хотя я уже взяла и в помощь человечка, который приходит, помогает, и со списками помогает, и с поливом, с уходом за растениями помогает. Но тем не менее, времени пока что все-таки катастрофически не хватает. Я понемножку стараюсь менять подход, потому что действительно в последнее время слишком много на себя взвалила я обязанностей. Вот. Так что вот такая вот растюшечка. Ждем не дождемся уже цветения. Очень мне интересно посмотреть, как эта растюшечка зацветет и какой именно цветочек будет. Потому что многие знают, что это растение процветает по-разному. Так что мы с вами ждем, как же процветет орхидеюшка. Я вам обязательно покажу это цветение и сфотографирую в группе, покажу. И если будет время, очень надеюсь, что я все-таки выделю это время и сниму видео, покажу вам цветение нашей вот этой вот красивенной такой Филадельфии. Хотя вы видите соотношение листиков, листики небольшие, но растюшечка уже растит цветонос. Поэтому многие, когда говорят, ой, так это же подростки, сколько же там ему еще до цветения. Ребят, цвести может растюшечка в любой момент. То есть вот такой вот подросток, по сути, он уже размера цветения. Когда растение выпустит цветонос, это, конечно, загадывать очень сложно, никто вам не скажет, но это вот такого вот размера подросточек уже вполне может и выпустить цветонос. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч!